Первый урожай ягод появится уже в этом сезоне. Смородина, жимолость, яблони, груши и сливы. Пока небольшие саженцы. Но через пару лет в 15-й исправительной колонии будет настоящий фруктовый сад. Этот участок земли пустовал, и разбить здесь сад – давняя мечта. Как вы видите, вокруг зеленой зоны у нас, в принципе, достаточно. Все берется очень красиво весной, да. Но не хватало, естественно, нам что-то вот такого вкусненького, да, фруктового сада. Значит, учитывая то, что колонии в этом году исполнится 87 лет, ну и вот сегодня такой хороший, счастливый день, мечта наша сбылась. Саженцы рассадили специальным способом. Здесь деревья двух сортов, поэтому урожай можно будет собирать ранним летом и до поздней осени. Подарить женщинам, отбывающим срок в колонии, фруктовый сад символичным названием «Добрый знак» – идея общественного совета при ГУФСИН. И когда они будут ухаживать за этими деревьями, когда они будут вдыхать воздух цветущего яблоневого сада, я думаю, что они будут понимать, что за колючей проволокой их ждут, и что самое главное, верят в то, что они отсюда выйдут людьми другими, новыми, более, так сказать, готовыми к жизни в современном гражданском обществе. За садом будут ухаживать сами заключенные. На территории исправительного учреждения находится дом малютки. И дополнительные витамины для мам и их детей будут как раз кстати. В ближайшее время фруктовый сад дополнит цветами и кустами клубники. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов. События.